Судьба с нами всегда. Богатство и счастье – это наша судьба. Приветствуем величайших победителей. И долларовых мультимиллиардеров. Шлем вам лучики позитива и добра с юга Украины, города Измаил. О себе я, Валентин, по образованию штурман дальнего плавания, 20-летний стаж в танкерном флоте, помощником капитана, затем яхтенным капитаном стал. Ну, это все к тому, что я двигался к самостоятельности и отсутствию начальства, и находился в поиске бизнеса, которым можно заниматься всей семьей вместе. Я Татьяна, по образованию педагог, проработала в школе 20 лет в сфере образования от специалиста, учителя истории до учителя, старшего учителя высшей категории, а также в должности от завуча воспитательной, по учебно-воспитательной работе до директора школы. 15 лет это было просто стремление в образовании принести в свой вклад, и причем не просто сидеть на месте, а хотелось действительно действовать, наверное, поэтому и карьерный рост шел, потому что всегда хотелось внести какие-то новые методики, принести реформирование в эту сферу, потому что она уже должна была меняться, новое поколение требовало этих изменений. Но, к сожалению, темпы развития этих реформ и даже в какой-то степени отсутствие уже и профессионального роста, наверное, все это уже привело к моему принятию решения оставить эту работу. И сейчас я уже не работаю в школе. С 2009 года мы решили вместе стать на путь духовного роста и стали помогать людям в области здоровья, то есть помогать исцелять, стали космоэнергетами и целителями традиционной медицины. А в прошлом году мы познакомились с нашим наставником Владимиром Тарабцовым, благодаря которому мы и познакомились и пришли на стартовый курс «Суперджамп». Осознав после этих, мы да, прошли отдельно эти курсы Владимира Тарабцова, и специально прошли их отдельно, потому что решили, ну, войти, то есть мы если чем-то занимаемся, то вместе и серьезно. И решили пройти этот курс по отдельности, чтобы потом как синхронизировать наше мнение. И хотим мы, не хотим этим вместе заниматься. Ну и осознали для себя эффективность этих упражнений, насколько они помогают людям. Нам, в частности, помогли здорово. Ну и... Конечно же, цели Суперджамп целиком и полностью совпадают с нашими целями. Это улучшать мир, планету, человечество спасти, ну и быть полезными и оставить после себя какой-то след. Конечно же, поэтому благодарим от всей души Владимира Викторовича Довгани, Петра Силкина за образование такой великолепной компании, которая дает нам шансы и возможности, и также такой же прекрасной системы, методики развития личности. Ну и хочу еще добавить, что на данный момент мы пока про интеллект-тренеры 4-го ранга, но перед тем, как начать этот шикарный бизнес, и когда мы влились в эту счастливую семью Суперджамп, мы сразу же составили, знаете, как вот, когда дом собираешься строить, ты ж не потом думаешь, как его построишь, какой он будет. Сразу сели и по максимуму вот сзади нас видно изображение партнерской программы Суперджамп, изображен 20-й ранг. То есть ставим максимум, а что нам Бог даст, чего достигнуть вместе с нашей командой, то мы будем стремиться. Да, действительно, Валиса права. Ставим ранги, ранги, а дальше деньги соединяться ко всему этому успеху. Также хотим поблагодарить нашу команду победителей и нашего величайшего наставника Владимира Тарабцова, без которых наше участие в сегодняшней встрече вряд ли могло быть. И все наши успехи и достижения связаны только с нашей командой и с нашим великим наставником. Ну, мы самые величайшие во все времена. И первое место в мире – это наша судьба.